Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач «Блокада. Развенчивая мифы». Сегодня в студии «Город Плюс» Анастасия Зотова, доктор исторических наук СПбГУ. Анастасия, добрый день. Добрый день. Я так понимаю, что мы с вами опять продолжим обсуждение экономической составляющей блокадного Ленинграда. И сегодня мы с вами поговорим про кредитные и финансовые учреждения. Как же выглядела эта отрасль народного хозяйства в блокированном городе? Выглядела она очень интересно, но, по сути, она выглядела точно так же, как и все финансовые учреждения, все кредитные учреждения всех регионов Советского Союза. То есть здесь никакого отличия не было? Сетка была примерно одинаковая, да. Разве что, начиная с 43-го и 44-го годов, наши финансовые учреждения стали одерживать победы во всесоюзном социалистическом соревновании. То, о чем мы с вами говорили в предыдущей передаче. Ну, вообще, в городе было 6 банков с многочисленной сетью филиалов и агентств. То есть, несмотря даже на то, что город находился в тяжелейшем экономическом и прочем кризисе, связанном с блокадой, а зачем банкам тогда такую сеть держать в городе? Во-первых, мы тоже с вами об этом говорили, финансы — это нервы экономики. Без денег, без финансовых операций невозможно осуществлять экономический процесс в городе. Именно поэтому в городе существовали 6 банков. Это Ленинградская контора Государственного банка. Она существовала, функционировала в каждом районе, даже в каждом микрорайоне, включая даже и то, что сельхозбанк не мог осуществлять многие операции, и некоторые операции на себя брала контора Государственного банка. Зачем 6 банков в условиях плановой экономики? Казалось бы, 2-3 хватит. Дальше, вот я уже упомянула, сельскохозяйственный банк отвечал за всю сельскохозяйственную инфраструктуру города. Колхозы, совхозы, подсобные хозяйства и многое другое. Следующее — это у нас промышленный банк, или до этого он еще назывался промстройбанк, промышленно-строительный банк, который отвечал уже за финансирование всей промышленности и всех строек в городе. Далее коммунальный банк, Ленинградский коммунальный банк, он отвечал у нас за сохранение всех законсервированных зданий, за обеспечение функционирования всей жилищной системы, ну, естественно, налоги на квартплату, аренду. И включая обеспечивал выезд касс и кассиров в жилые помещения, потому что в то время немногие могли позволить себе платить налоги, немногие могли позволить себе доехать до коммунального банка, хотя каждое и агентство, и филиал находились в микрорайонах. И поэтому были выездные кассы, и просто ходили по квартирам, стучали и брали квартплату. Собирали квартплату, да. Дальше у нас Торгбанк отвечал за всю торговлю в городе, за кооперативную торговлю, государственную торговлю. И, наконец-таки, сберегательные кассы, как сейчас Сбербанк. Да, ну, это правопреемник этого дела. Правопреемник. Это, по сути, у нас финансовый мост между государством и жителями города и области. И он уже обеспечивал все финансы горожан. То есть все финансовые вклады, которые были у горожан, они были именно в Сбербанке. Хотя была такая особенность. В принципе, можно было вложиться в любой банк. Такого запрета не было. Хотя банки не конкурировали друг с другом. И опять же, такого, как сейчас, когда на 0,5% ставка выше где-то, и все туда пытаются уйти. Вот, здесь вы знаете, какая особенность? Там-то все дело, что вроде бы никто не конкурировал, а реально не было запрета на конкуренцию. И поэтому поначалу, еще до войны, были такие моменты, когда люди просто вкладывали свои денежные средства в разные банки. Ну, допустим, если сотрудник промышленной сферы, он вкладывал в Промбанк. И тогда сберегательные кассы открыли новый вклад, срочный вклад на 6 месяцев и больше, под 5% годовых. Таких не было ставок на вклады, и поэтому люди уже массово, это был 38-39 еще год, массово уже стали вкладываться в Сберкассу. Мигрировать обратно в Сбербанк. Да, да. А может быть, немножко странный вопрос. А нет ли у вас понимания, как, ну, мы говорим сейчас про гражданскую экономику, как функционировали полевые кассы Госбанка, или они не имели отношения к городской финансовой системе? Это не городская финансовая система, но если мы говорим о фронте, то, конечно, полевые кассы Сбербанка, кассиры выезжали, были Сберкнижки, записывали доход, приход, выплачивали деньги, собирали, потому что были же и военторги, то есть военнослужащие могли что-то покупать. Поэтому, да, все это функционировало, но не, скажем так, именно там, где была линия фронта. То есть прямого влияния на жизнь города они не оказывали?
Знаете, все оказывало, потому что если у военнослужащих были деньги, они всегда могли вложить в эту полевую кассу свою зарплату, и эта касса могла быть перечислена в контору Госбанка, переведена в Сбербанк, и семья военнослужащих могла получить эти деньги. Хорошо, а как тогда обменивались информацией банки между собой? Таких средств современных коммуникаций же нет. Да, в ручном режиме, совершенно верно. Это было колоссально тяжело, и, вы знаете, в связи с этим, конечно, и было такое понятие, как злоупотребление банками в отчетах. Но это, конечно, громко сказано. Например, в 1943 году злоупотребления составили полмиллиона рублей. И это считается очень хорошими показателями. За это очень хвалили именно финансовый отдел кредитного учреждения Ленинграда, что такие низкие показатели. Так а в чем злоупотребление было? Ну, понятно, что самое большое, допустим, хищение наличных средств, денежных средств, дальше хищение облигаций. Тоже это сберкассы именно отвечали за эту сферу. И такая статья была, допустим, просчеты операционистов по поводу личных денег. Или, допустим, переплата по операциям наличных денег. Здесь какая ситуация была? Вот, допустим, если мы вспоминаем те же самые облигации, да? Ну, во-первых, вы помните, что была массовая агитация государства. Военный займ, да, очень много займов. Да, четыре военных займа. Денежно-вещевые лотереи, тоже четыре денежно-вещевые лотереи. И ситуация заключалась в том, что именно Сбербанк обязан был проводить и выполнять планы. Вот вы предвосхитили мой вопрос. То есть, получается, историей займами занимался только один банк? Это второй вопрос. Вы сейчас меня немножко уводите. Хорошо. Каждый банк тоже обязан был, но каждый банк отвечал... Еще раз, Сбербанк отвечал за вклады населения. А каждый, допустим, Промбанк отвечал за своих клиентов. Торгбанк отвечал за своих клиентов. Сельхозбанк отвечал за то, чтобы все совхозы, колхозы план выполнили. То есть, еще раз, очень сильное разграничение. Так вот, что касается работы Сбербанка по привлечению денежных средств с населения, потому что, сразу вот хотелось бы отметить, в Промбанке, допустим, или в Сельхозбанке все было проще. Хотя простота такая относительная. Я читала документы, где председатель Промбанка сообщил всем, то есть даже приказал, что мы должны подписаться на такую-то сумму. Вот у нас план. Не подписался никто. Дальше, в следующий раз он сообщает, что мы обязаны подписаться. Коллеги, сотрудники, пожалуйста, да. И коллеги в Промбанке, ну, не подписались опять, не купили облигации. В результате уже потом приказ просто с зарплаты снять эту сумму. И все, и вроде бы план тогда выполнен. Но это свои взаимоотношения. В Сбербанке взаимоотношения были совершенно другие. Нужно работать не со своими подчиненными, где можно просто списать денежные средства, а нужно было привлечь эти вклады. И тогда уже, допустим, вот 42-й год, казалось бы, тяжелый, да, голодный год, на эти средства, на рекламу госзаймов было выделено 6 миллионов. То есть, казалось бы, блокированный город, да. Информация распространяется достаточно быстро, как слухи, так и не слухи. А тут еще порекламировать надо самих, да, для себя, это получается. Красочные плакаты, афиши, листовки. Это обязательно заметки в стен газеты и в многотиражке. Это обязательно нужно было сделать заказ «Ленинградской правде», газете «Ленинградская правда», два раза в месяц. Она тоже должна была рекламировать государственные займы. Плюс ко всему, сотрудники Сбербанков обязаны были проводить беседы. Допустим, в 1942 году... Ощущение такое, как сейчас кредитные консультанты, да? То же самое в некотором, да, смысле. Только в обязательном порядке, естественно, все сотрудники должны были слушать. И как раз-таки сотрудники Сбербанка выезжали как, допустим, в жилищную сферу, просто ходили в домохозяйство и пропагандировали вклад в государственные займы. Вот, например, в 1942 году было 1669 бесед. Ну, дальше немало. В 43-м 1550 бесед, и всегда было перевыполнение плана сбора средств. Но в чем еще особенность была, помимо всей рекламы? Когда сотрудники Сбербанков приезжали на предприятие или куда-то, какой-то дом, они всегда сначала оплачивали выигрыши. То есть они сначала раздавали деньги. Ну, хороший маркетинговый ход, да, по-моему. Это хороший ход, в самом деле. И хорошо было еще и то, что, конечно, многие тоже смотрели, понимали, что выигрыш, допустим, сосед подписался, опять же, на 50 рублей, получил 300 рублей. Вот, ему сразу заплатили. И все это, как правило, выливалось в то, что появлялись новые вклады, новые вкладчики. Но по поводу злоупотребления, вот это пересчет, вот как раз-таки ошибки по операциям и перевыполнение
своих полномочий кассирами операций по вкладам. Тут имеется в виду и по облигациям госзаймов. Когда вроде посчитали, ну, вы знаете, что все вручную, ну, не было компьютеров, да. Посчитали, что должны выплатить такую-то сумму. Приходили в какой-нибудь дом, случайно переплачивали лишние деньги. Ну, и потом в конце года подводился итог, и оказывалось, допустим, вот такая переплата была в 43-м году, если не ошибаюсь, в 43-м году на 40 тысяч почти. 37 тысяч 600, как-то так. То есть случайно переплатили людям лишние деньги. Кому-то дважды, трижды, кому-то посчитали неправильно. Ну, кому-то повезло. Кому-то очень повезло, да. Но что касается вкладов, еще такая особенность. Нужно помнить, что абсолютно у всех жителей Ленинграда, у всех трудящихся жителей Ленинграда, были счета в Сбербанке обязательно. И связано это было с, скажем так, ну, возможно, плачевным указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 41 года, еще 41-го, об отмене отпусков всем трудящимся людям всего Советского Союза. И в связи с этими обстоятельствами людям короткое время выплачивались компенсации. То есть даже так? Ну, понятно, что, да, не распространялось и на инвалидов, подростков и женщин, которые получали отпуск по беременности, да, роды. Но какая особенность? С 9 апреля 1942 года эти компенсации ликвидируют, и каждому трудящемуся, вопреки его воле, ну, просто в приказном порядке открывается счет, на который эта сумма за отпуск начисляется. Плюс на нее накладывается еще 3% годовых. То есть вроде как выгодно, человек вкладывает. Но есть нюанс, наверное. Но есть нюанс, да. Как вы думаете, какой? Ну, деньги не снять, или ты сразу ими подписываешься, значит, какой-то займ? Нет, никакой подписки, деньги можно было снять, но, к сожалению, по всем документам, только после окончания войны. То есть в 1942 году человек понимал, что у него есть счет, процентный счет. Он даже там что-то есть. Но нужно дождаться окончания войны, когда она закончится неизвестно. И, да. Есть ли сведения о том, что кто-то после войны умудрился воспользоваться этими накоплениями, или они также были все потеряны, списаны? Они не были потеряны. Вообще государственная система, финансовая система, она четко старалась быть ответственной перед своими всеми вкладчиками, и не было такого, что, как знаете, ну, допустим, 90-е годы, когда вкладчиков могли кинуть и владельцы банков могли куда-то забежать, никто никуда не сбегал, выполняли все свои обязательства. А, то есть как история с займами, которые худо-бедно выплачивались, так и история, получается, с вот этими накопленными, да, отпускными за годы войны. Если люди выживали, тоже. Ну, мы понимаем, что это. Да. А чем еще занимались кассы, Сберкассы? Сберегательные кассы, ну, собственно говоря, как и многие банки, ведь тут какая градация? По сути, Сберкасс было больше всего. Всего было 116 сберегательных касс в Ленинграде в сентябре 41 года. А потом, когда многие сберегательные кассы ушли со своих мест, ну, понятно, в силу оккупации и так далее, допустим, из Петергова, из Пушкина, они слились, эти сберкассы слились с кассами в Ленинграде. И в результате уже в конце 42 года было 53 сберегательных кассы. Ну и в конце 43 года 51 сберегательная касса. Дальше уже не менялась их деятельность. Она была настолько, деятельность сотрудников была настолько востребованная, что все они трудились, как правило, как минимум по полторы смены, а то и по две смены. И в связи с этим организовывались какие-то рабочие группы, которые изучали быт сотрудников банков. И тут вот одна важная особенность. Сберкассы, они тоже имели свою градацию. То есть были центральные сберегательные кассы, как правило, ну, как в районах. Угу. Ну, как? У нас, как в наше сейчас, время. Как, да, и сейчас. Как и филиалы, видимо, этих центральных, да, касс. Сберегательные кассы первого разряда и сберегательные кассы второго разряда, в зависимости от масштабов операций. И, по сути, каждый, помимо всего прочего, помимо заботы о своих сотрудниках, а мы помним, что 90%, примерно 90% всех сотрудников, и в частности тоже Сберкасс, ушли, ну, кто-то ушел на фронт, кто-то был эвакуирован, кто-то кого-то постигла очень тяжелая участь, болезни и смерть. И в связи с этим осталось только 10%
предыдущих сотрудников, сотрудников, да, которые имели какой-то опыт. И дальше уже пошел процесс, начался процесс обучения новых сотрудников. То есть это получается, как молодежь и старшие пенсионного возраста призывались на заводы, видимо, здесь то же самое происходило с банковской системой. Да, совершенно верно. И поэтому мы вот наблюдаем эти просчеты бедных ребят, которые случайно вот больше отдали, чем должны были. Это уже в основном-то какие проблемы были, что больше налички отдается, чем... Ну, нельзя было чем, столько чем отдавать. Положено, да. Было. Просто хотелось бы еще отметить, что помимо заботы о собственных сотрудниках, потому что если оставались семьи у сотрудников Сбербанков, ну, допустим, отец семьи ушел на фронт, осталась жена и маленькие дети. Ну и, соответственно, Сбербанк и вообще все банки брали шефство над такими людьми, им помогали и с дровами, и материально помогали. А потом, как правило, дети банковских служащих за счет банков направляли в детские лагеря. Какие-то дома отдыха существовали. То есть такая корпоративная этика, существовала, да. Чтобы помогать своим, но это вот... Это вот помимо заботы о своих. И, как я уже говорила, что изучали тоже быт, потому что тоже разные абсолютно условия были. В силу вот этих двух ставок, двух смен, как правило, люди уже оставались жить просто. Ну, то есть по факту на казарменное положение переходили. Да, столы сдвигали. И уже в 42-м году появилась идея о том, что нужно все-таки общежитие при сберкассах строить и вообще при банках. И стали уже ставить прачечные. И самое главное, на самом высшем уровне следили за тем, как выглядит банковский служащий. Потому что до этого уже не следили. И, ну как, люди просто вот живут и все на своем рабочем месте. Слушайте, ну то есть получается вот попытка сделать некую культуру быта в окруженном городе для одной конкретной... Ну мы не знаем про другие, может быть, сферы, но в банковской сфере сохранить человеческий облик. Да, это было очень важно. И плюс мы помним, что все-таки были комсомольские организации на банке, они тоже распространялись, обязательно молодежь себя должна была посещать и все выполнять. Но и обязательно каждый банк Ленинграда должен был брать на себя шефство над каким-то госпиталем. Это просто было как закон. Какой-то госпиталь был закреплен за какое-то кредитным учреждением, скажем так. И это кредитное учреждение, во-первых, молодежь обязана была, которая еще и выполняла... То есть функции. Они две смены отработали, потом они пошли в госпиталь. Они выполняют функции еще МПВО, то есть они еще забираются на крыши. Ну понятно, местная противовоздушная оборона, борьба с зажигалками, с диверсантами, со всем, чем только должно быть в городе. По сути, такой МЧС минимальный. И плюс, да, выделялись по возможности материальные средства для госпиталя. Если были какие-то разрушения, то банк на себя брал... материальные обязательства как-то отремонтировать, что-то починить и так далее. Ну и как-то постараться обеспечить хотя бы топливом, дровами, водой больных людей. Подшефные учреждения. Подшефные учреждения. Ну, в этом отношении, да, мы еще можем вспомнить о том, что тоже были огороды, подсобные хозяйства банковских служащих. Но вы знаете, как ни странно, когда я работала с документами промышленных предприятий, я обращала внимание на то, что своих сотрудников, некоторых, просто отправляли в подсобные хозяйства. То есть, что происходило? Какая-то часть сотрудников, ну, как правило, даже женщины, ну, понятно, что женщины, они отправлялись в подсобные хозяйства, и они отвечали за урожай. Просто отвечали. Но они не были на производстве. То есть, ну, они занимались урожаем. Засчитывалась работа на подсобном хозяйстве, как будто бы они работали. В банках была не такая система. Им тоже были выделены подсобные хозяйства, какие-то огороды, но не было выделено людей, которые могли бы заниматься огородным хозяйством, и поэтому... То есть, получается, здесь была такая очень сложная схема. С одной стороны, ты работаешь полторы или две смены, ты ходишь в госпиталь, еще, собственно говоря, помогаешь госпиталю, ходишь еще, помимо этого, на подсобное хозяйство на свое, которое может находиться не совсем рядом с твоим кредитным учреждением, еще помимо этого ты должен где-то как-то жить и сохранить свой человеческий облик. Да, ну, как вариант, это может быть общежитие при кредитном учреждении. Вот как раз-таки, что касается, правда, управления финансовыми учреждениями города, то в нашем городе был городок Народного комиссариата финансов СССР, где находились, вообще было просто операционное здание, то есть здание, в котором работали и городской финансовый отдел, и контрольно-ревизионное управление, Ленгоргосстрах, и управление Гострудсберкассы, они назывались государственные трудовые сберегательные кассы.
то в связи с тем, что операционное здание пришло в абсолютный упадок зимой 41-42 года, ну, это понятно. Было принято решение, чтобы как раз-таки сделать более эффективную работу финансовых учреждений, пришли к выводу о том, что надо объединиться управляющему персоналу и работать вместе, ну и, по сути, проживать даже вместе. И поэтому в этом городке его, во-первых, починили за весну 42-го года, то есть починили отопление, водопровод. То есть появилось не только большое операционное ядро, да, но и бытовая составляющая. И жилые здания, в которых должны были проживать сотрудники, управляющий персонал, финансовый персонал города, включая общежитие, которое было построено специально для бригад МПВО, которое бы их защищало. И там, конечно, с одной стороны, хорошо, что были сотрудники перевезены в эти учреждения со своими семьями. Это были отопленные, светлые здания. В каких-то комнатах, у директоров, у председателей были ванны. Даже так, у своего блокированного города. Что касается еды, то еда была точно такая же, как у всех во всех столовых. Единственное преимущество, они всегда могли обратиться в столовую и получить кипяток. Вот это была вообще очень большая привилегия. Постоянный допуск горячей воды. Да, мы понимаем, о чем вы говорите. Это только на производство, где-то, видимо, в горящих цехах, если есть возможность тратить дополнительные энергоресурсы на того, чтобы греть воду на железной дороге. Ну, понятно, там кипятки были на всех станциях, и это положено было иметь. Ну, я согласен, что нам сейчас это кажется очень странным, но да. Ну, самое-то главное, что управляющий персонал работал точно так же, как и сотрудники на местах, поэтому там были организованы прямо в операционном здании комнаты, где сотрудники могли отдохнуть, потому что, вполне возможно, они не могли уйти домой. Несмотря на то, что дом был, допустим, в двух шагах, не было такой возможности. Работали тоже две смены. И почему я вспомнила про этот городок, мы заговорили о подсобном хозяйстве, там тоже был свой огород, им предоставлялся. Вот то есть, пожалуйста, сотрудники, работайте. Но они не смогли выделить ни одного сотрудника, который бы смог работать в этом огороде. Это, видимо, связано и с тем, о чем вы говорили в начале, с тем, что 10% всего обученных банковских служащих осталось на весь такой огромный город. Я слышал о том, что еще в 1943 году были введены некие поощрения для кредитной системы, для сотрудников банковской сферы. Да, для того, чтобы как-то улучшить процесс. Ну, во-первых, мы помним, что в 1942 году появляются массовые социалистические соревнования, и они не исчезали ни на один день, вплоть до того, что, еще раз, конкурировали, банки не конкурировали между собой, но они конкурировали. Допустим, Ленинградская контора Государственного банка Фрунзенского района сконкурировала с аналогичной конторой в другом районе, допустим, ну, Смоленском районе. Да. Дальше, допустим, Ленинградская контора Государственного банка конкурировала с конторой в Москве и так далее. Потом все конторы конкурировали. То есть конкуренция не между видами банков, а внутри одного банка, внутри одного как банка. На разных уровнях. На разных как уровнях. На уровнях отделений в районах, так и на уровне региона, по сути. И вот тут же в рамках тех же соревнований конкурировали обязательно на лучшего специалиста. Ну, например, лучший операционист, лучший кассир, лучший по профессии в конкретном учреждении. Так вот, в 42-м году для того, чтобы как-то поднять дух и поощрить финансово-банковских работников, они назывались финансово-банковские работники, ФБР. И к ним так обращаются. ФБР. Я ФБР, да. То есть ввели знак, нагрудный знак, нужно было на груди носить. Отличник финансовой работы. Слушайте, ну в 43-м году появилось большое количество... Это 42-й год. 42-й. Потому что как раз конец 42-го, начало 43-го появилось большое количество нагрудных знаков, которые отличали лучших по профессии, скажем так, по военно-учетным специальностям. На железной дороге появились позже знаки отличия для конкретных направлений. И все это ложится в общую концепцию, о которой вы говорите. Да, ну вот в 42-м году и стали отмечать действительно отличников, и им выплачивали какие-то премии. Причем выдавались премии очень интересно по трем критериям. Первый критерий — выполнение финансовых планов. Ну, естественно, кто больше выполнит, кто лучше выполнит, перевыполнит, тот получает знак отличника. А следующее — это очень интересное. Подготовка кадров и управление ими. Это понятно для управляющих. То есть мобилизация трудовых ресурсов, то, о чем мы с вами говорим всю передачу, о том, что не хватает людей в банковской сфере в тот момент. Да. И второе, это было третье, а вот второе критерий Б, выдавались эти знаки за изобретательство и рационализацию.
Тут идея какая, да. Тут можно много чего придумать. Вот. Ну, причем, вы знаете, много что можно придумать. Спускались планы. Допустим, в этом году... 15 рационализаторских предложений. В этом году, допустим, не менее 30 предложений, не менее 20 внедрить производство. Ну, а если они... Вот как внедрять, да? Рационализаторские идеи распределялись по двум типам. Это либо экономия средств, что можно сделать, чтобы сэкономить, и чтобы больше денег отправить государству. И второе — это улучшение условий труда сотрудников. Ну, все это, конечно, достаточно было непросто. Но и тут еще по поводу экономии нужно помнить, что все банки, они очень хорошо знали производственные возможности всех предприятий и конкретную ситуацию по поводу выпуска продукции. И поэтому всегда кредитование происходило под конкретный заказ и очень оперативно, то есть мгновенно. Прекрасно. Ну, это то есть, несмотря особенности плановой экономики. На кризис военно-политический и экономический, тем более помноженный на блокированный город, получить денег производству можно было достаточно просто. Достаточно просто, не надо, но понятно, не надо было но под конкретную заявки. Историю. Угу. Но под конкретный заказ. Да, и самое главное, что сами банки были заинтересованы в реализации продукции. Если сейчас, допустим, управляющий промышленного предприятия или там, любого другого предприятия, он должен как-то доказать, убедить, то там не нужно было ничего доказывать. Просто вы, вот все заинтересованы, вы хотите выпустить что-то, о, это замечательно, пожалуйста, вот вам деньги, вот красный цвет. Но банки обязаны были следить за затратами всех предприятий. Ну, это как, допустим, но Промбанк... Это, опять же, особенности плановой экономики. Да. Промбанк, допустим, обязан был следить за стоимостью стройки. То есть не было такого, что какая-то подрядная организация за такую сумму выполняет, другая за другую. Полностью обязаны были следить, чтобы, не дай бог, ни копейки лишней. Ну и плюс мобилизация внутренних ресурсов. Это значит, что именно банки обязаны. Не промышленные предприятия, не сельскохозяйственные, не стройки, а именно банки должны были отслеживать. А что можно использовать? Вот какие материалы, оборудование лишние? Какие средства лишние? Какие вот что там такого появилось, что можно изъять и в отчет написать? Вот мы нашли излишних средств. Естественно, их сразу изъяли и отправили в доходную часть государственного бюджета. Слушайте, на самом деле это крайне интересный разговор, потому что ну как-то финансово-экономическая, кредитная сфера вообще в условиях войны остается в тени. Даже не то, что сражение вид в тени обычной бытовой жизни, хотя, казалось бы, то, о чем мы с вами говорим уже далеко не первую передачу, что это кровь войны, экономика вся с этим связана. И вот как-то очень грустно, что это не популяризуется. Поэтому крайне радостно, что вы к нам приходите, и я буду рад продолжить с вами разговор на эту тему в следующий раз. Сегодня в студии «Город Плюс» была Анастасия Зотова, доктор исторических наук Санкт-Петербургского государственного университета.